12 июня отмечается День России. Конечно, сегодня по всей стране проходит много торжественных мероприятий. Не исключением стал Дворец культуры имени Чекалова, где состоялся праздничный концерт. Мне в сердце дивной песни отдается священный свод. До 2002 года День России назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. 12 июня 1990 года Первый съезд депутатов РСФСР принял декларацию, в которой было провозглашено главенство Конституции нашей страны. В этот же день, в 1991 году, состоялись первые открытые всенародные выборы президента России. Победу на них тогда одержал Борис Ельцин. Праздник, который наш народ отмечает 12 июня, воспитывает в жителях огромной и необъятной страны патриотический дух. Ведь все мы едины. А когда мы едины, мы непобедимы. Моя страна, моя судьба, моя любовь, моя весна, моя любовь, моя семья, и я сына. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».